Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей округа бережно относиться к своему имуществу и соблюдать основные правила безопасности. Первое – это, конечно же, единственный гарантированный способ – это не оставлять свой велосипед надолго без присмотра. Но если уже вы его оставили, то обязательно пристегните его противоугонным устройством. Желательно, конечно, покупать противоугонные устройства, это тросы, потолще, потому что тонкие тросы очень легко перекусываются. Пристегивайте свой двухколесный транспорт за колесо и раму. Второе. Хорошо, если вы оставляете свой велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть, конечно. Третье. Если вы уходите, оставляете свой велосипед, обязательно снимите все быстросъемное оборудование. Это велокомпьютер, фонарь. Желательно даже снять седло. Поэтому привлекательность такого велосипеда разукомплектована уже меньше для хулиганов и воров. Для того, чтобы ваш велосипед было проще идентифицировать, сотрудники полиции рекомендуют нанести отличительные метки в труднодоступных местах, о которых будете знать только вы. Также найти похищенный велосипед поможет техпаспорт и фотография двухколесного средства.